Я медленно мыслил, медленно мыслил, медленно мыслил, медленно мыслил. Делать выдох или делать выстрел? Я медленно мыслил, медленно мыслил, медленно мыслил, медленно мыслил, медленно мыслил. Делать выдох или делать выстрел? Я медленно мыслил. Эта неделя как та, эта неделя средневековых дуэлей. Честно, мы не хотели, чтоб нас показывал телек. Но если пули были в деле, пули будут в теле. План перехват, мусора проверяют права, наша братва канителит. Гелик едет прямо к посту, и депсы чуют нас за версту. Парации кипиш раздут, нас тормознут, типа за лихую езду. И в итоге им прибавят звезду. Их приставят к награде, как нас приставят ебалом капоту за слаженность при захвате и следственно-розыскную работу. А в салоне шмон, липовые корки, затертый Стечкин и пара карманных икон, и из церкви свечки. И кто-то был крысой для многих, но получал мусорские награды. А мы живем по-людски, но в итоге нас отравят крысиным ядом. А ты будь со мной рядом, будь со мной рядом, будь со мной рядом, рядом. Будь со мной рядом, будь со мной рядом, будь со мной рядом. А мне бы убежать от всего, как Усейн Болт. Тьфу на дела, дорога вела, на мысли скорее положил бы я болт. Но мое окружение взято в окружение, и в багаже магазин оружейный, бля. Браслеты на кисти, мех неказистый, разговор не вывести, либо вдох, либо выстрел. Я бы не стал, у меня на местах все по полочкам ровно, ситуха ясна. Тело в крестах наломали немало мы дров, бро. И Коля на воле не понял, что склонен к жизни бандитской, к выстрелам голень. Прожить нам дай хоть 100 лет, как ни крути, нас можно выбить с пути, но самим не сойти. И я входил в свое положение, когда взял на вооружение вооружение. И как сказал мой кент, выход в окно не выход. Так что я сделаю вдох, потом выдох. И я медленно мыслил, медленно мыслил, медленно мыслил, медленно мыслил. Делать выдох или делать выстрел? И я медленно мыслил, медленно мыслил, медленно мыслил, медленно мыслил.